Этот год стал богатым на спортивные события для микрорайона «Северный». Проводились спартакиады и соревнования для всей семьи, открывались спортивные площадки. Его энергичные, дружные жители делают многое для того, чтобы общественная жизнь, как говорится, била ключом. Совместные субботники и бережное отношение к общему имуществу выгодно отличают северян от некоторых других жителей спальных районов. И потому подарки таким людям делать приятно. Раньше у нас летом было скучно, мальчики играли в футбол, нам не было чем заняться. Но вот в начале сентября нам установили новые площадки. Нам стало как-то легче, мы теперь стали чаще выходить гулять, даже несмотря на то, что нам еще задают уроки. Новая спортивная площадка во дворах домов номер 42, 43, 44 стала излюбленным местом для детворы. У многих из них появились любимые снаряды. Это не первая подобная площадка, открытая в этом районе. За последние несколько месяцев их было открыто еще 3. Спорт – это тоже зависимость, только хорошая. И любой спортсмен знает о том, что когда подходит день тренировки, что надо идти, что надо готовиться. Уже ни о чем другом просто голова не должна думать. После церемонии открытия для юных любителей спорта были проведены зажигательная фитнес-зарядка и мастер-класс по воркауту. Илья Жарков, Максим Лобачев. Время новостей.